В мире животных это моя самая любимая передача с детства. Все, кто меня близко знает, знают, что я сейчас не вру. И, грубо говоря, благодаря Николаю Николаевичу Дроздову я сейчас стою здесь перед этой камерой. Вот дерево, которое я сейчас помогала сажать. И я вообще считаю, что мир нашей природы, фауны, флоры, это вообще самое лучшее, что создала наша планета. Меня зовут Ольга Погодина, я актриса и специально для журнала «Экоград».